Дамы и господа, в руках у меня вы можете видеть какегори. Что это такое? Это специальный такой летний десерт. В чем суть? Это лед, политый вкусным сиропом. Вот, у нас здесь произошел аттракцион невиданной щедрости по выходу из Ниджукасл. Кафешка все по 100 йен. И за 100 йен, в принципе, это примерно 55 рублей. Ну, конечно, не очень дешево, но так или иначе это дешевле, потому что в других местах, как и говорят, за 300-400 йен. Вот я решила попробовать, что же это такое.